В преддверии 4 июня, дня госсимволов Казахстана, депутаты озаботились воспитанием почтительного отношения к гербу, гимну и флагу. За надругательство над ними теперь будут карать строже. Сегодня мажилисмены одобрили поправки, ужесточающие наказания за подобные проступки. Во сколько обойдется нарушителям порванный флаг, перепутанный гимн или обшарпанный герб, расскажет Булат Абилкасимов. За надругательство над госсимволами теперь, помимо выросших штрафов, могут и преследовать в уголовном порядке. Это реакция на череду скандалов. Самый яркий курьез произошел в Кувейте, где во время открытия чемпионата мира по стрельбе вместо казахстанского гимна зазвучал трек из фильма «Бурат». Члены Кабмина вспомнили и другой инцидент. Недавно был факт, да, если не ошибаюсь, во время субботника, что вот мусор выносили на флаги. Это надругательство. Год получить можно. После принятия парламента, после подписания президентом страны, тогда эта норма будет работать. Настроенные патриотично депутаты без раздумий проголосовали за поправки. Единственное, что их озадачило, как быть с иностранными производителями, которые также поставляют символику республики. Кто ответит за халтуру, вопрошали народные избранники. Символику Казахстана изготавливает в том числе и зарубежные фирмы. Если, допустим, символы, заказанные госорганами в Китае, будут не соответствовать стандартам, то как быть в этом случае? Чиновник, недолго думая, переложил ответственность на Министерство индустрии и инновационных технологий, мол, контроль за ними. А вот если они выявят нарушения, то отвечать придется, разоткровенничался Сагентаев, отнюдь не иностранным производителям, а госслужащим, заказавшим брак. Еще одним спорным моментом, вызвавшим не так давно возмущение народных избранников, стали трусы с казахстанским гербом. Это удар ниже пояса, заявили парламентарии. Они уверены, пропагандировать уважение к госсимволам и воспитывать патриотические чувства нужно другими способами. А вот экс-кандидат в президенты Уалихан Кайсаров ничего крамольного в таких продуктах не видит. Тут же возьмите Соединенные Штаты Америки, да? У них где только флаг их, допустим, и на футболке, и на трусах, и на кепке, где угодно. Но это их проявление любви. Столь трепетное отношение депутатов к госсимволам Уалихан Кайсаров считает смешным. Аргументируя свою позицию ведущему дискуссионного клуба «Айт-парк» Нурлану Еримбетову, он привел пример. Флаг, порванный ветром, естественно, выбрасывают. Но, судя по логике законодателей, это тоже неуважение к символике. А за это теперь могут и посадить. Булат Абилкасимов, Сакен Айсенов, Астана, Казахстан.